Да! Вышло обновление 0.11.0. Ребята, просто кто ждал, поставьте лайк. Я не буду говорить лишних слов, просто кто ждал, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Ну что же, как только я обновил версию, я, ребята, сразу вижу новую коллекцию. Посмотрите на вот это все. Вы сейчас, наверное, охреневаете так же, как и я. Я тоже охренел. Посмотрите, 5.7, Тейк 9. Нож-бабочка, нож-бабочка, я тебя люблю. Блин, ребят, насколько же все это круто. Также есть звание. Дальше кнопочка играть, смотрим, выбираем регион. Ну давайте, например, выберем регион там, где минимальный пинг, а именно Западная Европа. Дальше, ребят, посмотрите, мы можем играть в рейтинговые игры, насколько же это круто. Блин, хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD Drop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Steady Drop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Далее у нас идет обновленная статистика. Тут мы можем выбрать 2 типа. Это соревновательный режим, то есть статистика по рейтинговым играм. Или общая статистика. Ребята, рейтинговые игры. Как же я рад. Блин, это офигенно. Так, ну чё, это мой инвентарь. Посмотрите, обновили голду, серебро. То есть чуть по-другому отображается, другой градиент. Теперь инвентарь листается сверху вниз. И знаете, что мне самое-самое интересное? Упала ли цена на керамбит голд или нет? Давайте посмотрим. И цена на керамбит голд охренеть как упала. Буквально 3 дня назад он стоил 40к. Теперь уже 30к, а по закупке 22к. Капец, ребята, керамбит голд упал. И знаете, что мне еще интересно? А продают ли уже нож бабочку? Ну просто вот интересно, давайте посмотрим. Мало ли кто-то продает. И мне кажется, если будут продавать, то по цене 100 тысяч. Посмотрите на это. Да ну нахрен. Офигеть, ребята. Ого, уже продают ножи бабочку. Блин, я себе однозначно куплю. Ребят, если надо купить, напишите об этом в комментариях. Если хотите увидеть на моем аккаунте нож-бабочку, напишите об этом в комментариях. Да, это кланы. Просто, ребята, представьте, клановые войны, куча разного контента, это очень круто. Я могу создать свой клан, это будет стоить 500 голды. То есть тут пишем тех клана и имя. Ну, думаю, тут все понятно. Или я могу вступить в клан. Например, могу вступить в клан Вели. Вот, Веля. А ну-ка, профиль клана нажимаем, да, вот Веля, вот Сайлес. Но, ребята, естественно, я не предатель, и вы тоже, поэтому вступаем в клан Киборги. И скоро я покажу, как в него вступить, и где он находится, и как его найти. Так, ну что же, а теперь самое-самое-самое-самое интересное. А это новые кейсы и новые боксы. Давайте посмотрим. Блин, как же все красиво, обновленный интерфейс, обновленные кейсы, блин, я просто теку, вот это я понимаю, кайф, просто хэштег кайф. Нож бабочка, блин, если хочу этот нож бабочка, блин, он классный. Не переживайте, скоро будет отдельное видео по кейсам Standoff 2, да-да-да. Ну че, погнали, открываю Fable кейс. Мало ли мне повезет, мало ли мне выпадет нож бабочка, я бы офигел. И мне выпадает UMP-45 Kerberos. Ну, кстати, неплохо, мне нравится, очень даже неплохо. Так, открываем дальше. Может, повезет, прикиньте, выпадет нож бабочка. Блин, я бы офигел. Но это вряд ли. Но попытка не пытка, погнали. И мне выпадает, как вы думаете, что? Да, выпадает рарка. Ну посмотрите, вот это я понимаю, вот это охренеть можно. Блин, ребята, это заслужит вашего лайка 100%, поэтому даже не отлинивайте. Так, а ну-ка, смотрим. Ух ты, Тык 9. А ну-ка, давайте попробуем поиграть с Тык 9. Блин, офигеть, он стоит очень дешево, и он считается пистолетом. Ребята, Тык 9, блин, это просто легенда. А ну-ка. Вот этот хедшот раздает. Я охреневаю с этого, братанчик. Так, хочу поиграть с FNFAL'ом еще, это тоже новое оружие. Поэтому, ребята, ну тут однозначно надо зайти поиграть, оценить после моего видеоролика. Также сегодня еще будет много видео. Не, ну FNFAL, короче, как я понял, это, короче, полная задница. Мне еще ТикТак говорил, типа, ну что так себе оружие. Да, да, да. FNFAL, ребят, не советую. А вот М110, это, скорее всего, скорострельное АВП. Не скорее всего, а точно скорострельное АВП. И с ним надо пробовать поиграть. Опа, я кого-то вижу. Ребят, вижу жертву. Блин, блин. Блин, 72 урона снесла? Слушай, так это вообще имба? Так лол, теперь АВМ по сути не надо, теперь все будут играть только с этой пушкой. К
Ну кто же? Кто же выйдет? Кого же я убью первого? Ох, блин! Опа! Все, ребята, лишили девственности это оружие. Ништяк. Слушайте, мне это нравится. Мне это очень нравится, определенно. Охренеть, изменили даже меню паузы. Вау. Просто вау. Так, вот так можно выбирать команду. Блин, это круто. Однозначно это заслуживает лайка. Ну тут без вариантов, без вариантов. Ну и еще одна очень важная деталь. Теперь Standoff 2 официально киберспорт. Вы спросите, почему? Да потому что раньше в Standoff'е было 60 FPS. Это очень-очень мало. Но теперь, ребят, взгляните на вот это. Просто взгляните. Мать его, 120 FPS. Но тут сходу лайк, подписка, большая подписка. Короче, ребята, всех люблю, спасибо за просмотр. Сегодня ждите еще одно видео. Давайте, всем пока.